Воздвижение креста над всей Вселенной свершилось в далекой Палестине. Крест воздымал Макарий, тот патриарх блаженный. Живая память Пятницы жива поныне. Поднялся ввысь, сияющий повсюду, размах его широк, обороняет мир. С широкого пути ко мне спешите, люди, здесь наполняется священником потир. О, как высоко солнце поднялось, и тьма ужасная, нет, не затмение то, недосягаемая в губку впитывалась злость, и жребий брошен, захватил хитон. Высоко крест воздвигся краем в небо, как лестница Иакова во сне. Здесь Вифлеем, причастие жизни и хлеба, возводит в высоту любовь Христа ко мне. Превосходя людское разумение, непостижимой глубиной любви, святое древо, крест и крестное знамение, в глубину ада бьет, туда сошел Рави. Здесь долгота любви ко всем распявшим. Так долго-долго нас он долготерпит. Он ждет. На стук его откажем. На выступе над пропастью, застрявшей среди терней. Сам человек, знамение креста, его устройство, космосы, ядро. Пересечение улиц, нити у холста, крест на крест руки у святых даров. Решетки остов крест напоминает, меридианы, параллели, поперек. Крестообразный жест победу доставляет, и крылья взмах крестом дарованный полет. Крест водружен в природе, повторяясь, подобие семерки крестовина. На небе явится знамение от края до края, всем недругам, друзьям, воскресшим будет виден. И в небесах его любовь и знамя, под жертвенником там убитых души, воздвигнут крест любви, он в нас, на нас и с нами, на воздухе, на мачтах, на всех путях, на суше. 27 сентября 1986 года. Тюрьма.